Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла сливовой косточки 5 мл. Растительные масла широко используются для производства домашней косметики. Они просты в применении, в вводе в рецептурные формулы, дружат с другими косметическими компонентами и бесценны по своему химическому составу. Последние критерии крайне важны в их приоритетном положении. Высокое содержание витамина молодости и токоферола в сливовом масле – это прямое показание для создания антивозрастной косметики. Защитник молодости и мощный антиоксидант витамин Е продлевает жизненный цикл кожи, дарит молодость, эффективно борется со свободными радикалами и служит отличным профилактором раннего старения кожи. Косметические свойства масла сливовой косточки таковы. Стимуляция обменных процессов в клетках, улучшение цвета лица, смягчение, питание, увлажнение, антиоксидантный эффект, не оставляет блеска, не формирует жирную пленочку и хорошо впитывается, фотозащита, снятие раздражения, регулировка проницаемости кожного барьера, стимуляция роста волос, профилактика выпадения, повышение эластичности кожи. Косметическое применение таково. Анти-эдж косметика, антивозрастные средства, мыло ручной работы, бальзамы для губ, увлажняющие питательные кремы, косметика после загара, укрепляющие средства для ресниц, уход за волосами. Вот такой бутылочке мы отправляем масло сливовой косточки нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!